Привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Mazda CX-5. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали. Краткий обзор. Двери. Новый металл. На полу кое-где в салоне вибропласт присутствует. Крыша, видите, тоже ни единого куска. Ни шума, ни виброизоляции нет. И по багажнику. Пол багажники. Небольшой кусок вибропласта, задние арки голометалл. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Я закончили клеить вибропласт на Mazda CX-5. Проклеен наш пол багажники, проклеены задние арки. Все тщательно прокатали валиком. Смотрим по салону. Обработали мы первым слоем вибропласта пол. Проклеили крышу. И двери проклеили первых два слоя. Всего их будет 4. Проклеен первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель. Это Integra 6 мм. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на Mazda CX-5. Проклеено с шумопоглотителем пол в багажнике. Проклеены задние арки. Проклеен пол. Салоне. Двери проклеили мы третьим слоем вибропласта, начиная в 2 мм. И четвертый заключительный слой мы нанесли на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель толщина 15 мм. Закончили работу по проклейке крыши. Соберем салон, все проверим. И автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!